Теперь единороссы курорта будут работать по всем направлениям гуманитарного проекта. Речь идет об экологических мероприятиях и субботниках. Такое решение приняли более 3000 членов «Единой России». Большинство председателей ТОСов в их числе, и именно они будут стимулировать жителей делать свой дом, двор и город чище. Эту инициативу поддержал и глава Сочи Анатолий Пахомов. Сегодня есть вся материально-техническая база у города. И сегодня очень важно, чтобы все то, что было построено, все то, что было создано, чтобы оно попало в надежные руки. То есть оно должно эксплуатироваться качественно. Наши жители должны понимать уже о том, что мы живем совершенно в другом городе. Мы в Новый год, значит, с 2013 на 2014 году легли в одном городе, а проснулись уже совсем в другом. В городе Олимпийском, городе, который мы сами создали при помощи всей России. Сочинские единороссы поддержали все 5 направлений хартии «Я люблю Сочи». Теперь, согласно одному из пунктов, все партийцы станут более улыбчивыми и приветливыми.